Приветствуем всех зрителей программы «Красивая жизнь». В каждом выпуске мы стараемся удивить вас, показать и рассказать все только самое лучшее из мира моды и стиля. А это все для того, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность. Ведь ни для кого не секрет, что стиль – это неотъемлемая часть каждого современного человека. Безусловно, ведь стиль – это способ без слов рассказать, кто вы есть на самом деле. Именно поэтому мы подготовили для вас нечто увлекательное и актуальное. А вот что именно, узнаете прямо сейчас. Напоминаю, что нашим главным фэшн-помощником и первооткрывателем является французский дом. Сегодня вы узнаете тренды осени 2016, 10 самых красивых вещей со всего мира, что фэшн-дизайнер и стилист Алексей Джен приготовил для наших модниц, какой парфюм выбирают звезды. Модная осень 2016 не будет скучной и порадует ярким спектром цветовой гаммы, оригинальными моделями и смелыми дизайнерскими решениями. В отличие от прошлых сезонов, являющихся олицетворением гламурной роскоши, в предстоящем осенне-зимнем предпочтение на стороне функциональности, комфорта, цельности и натуральности. В тренде женственность. Давайте обратим внимание на образы, которые вдохновили дизайнеров. Викторианская эпоха. Женственные кружева, рюши, ленты, причудливые воротники, бахрома и мех. Ретро-стиль. Винтажные 20-е, свободолюбивые 70-е, дерзкие 90-е. Энергичный пэтчворк. Сложный оригинальный принт из разноцветных лоскутков. Рисунки, напоминающие шахматные узоры. Фотопринты. Электрически светящиеся нити. Неоновые вставки из геометрических фигур. Цветовые надписи и узоры калейдоскопического характера. Этника. Затейливые принты преимущественно на растительную тематику, покрывающие полностью всю одежду, а также эффект линогравюры. Природные футуристические мотивы, выполненные с использованием ярких неоновых цветов. Нечеткие цветочные орнаменты, напоминающие мягкие акварельные рисунки. Бессменно нежно-голубой с пыльно-розовым оттенком будет продолжать радовать модниц еще несколько сезонов подряд. Смелым женщинам дизайнеры предлагают облачиться в темные готического типа длинные пальто и пышные юбки. По традиции, гламур пересекается с панком, а кожа с кружевом. Так что в этой готике оттенка нуар каждый обязательно найдет что-нибудь для себя. Ни для кого не секрет, что мы, мужчины, любим глазами. Нам тяжело пройти мимо красивой девушки, автомобиля или модных часов. Ну, в данном случае с тобой вряд ли поспоришь. Хотя мы, женщины, зная это, используем свои хитрости, чтобы стать еще роскошнее, привлекательнее и, конечно же, стильнее. Так, именно поэтому ты подготовила подборку самых красивых и дорогих вещей мира. Какой ты догадливый. Давайте начнем, пожалуй, с самых красивых женщин планеты. Итак, первое место по версии американского журнала People занимает Дженнифер Энистон. Ей ведь 47 лет. Здесь я с тобой поспорю. Хотя женская красота – это понятие растяжимое, и здесь у каждого свои предпочтения. А вот самые красивые ноги планеты принадлежат кому? Конечно же, Дженнифер Лопес, ведь именно она с самого детства тренировала их танцами и спортивными упражнениями. Конечно. С помощью спорта любая девушка может сделать фигуру своей мечты. Так что и здесь я готов с тобой поспорить. Да хватит уже спорить, статистика – дело серьезное. А вот какое самое красивое блюдо, остров, яхта – узнаем прямо сейчас из нашего сюжета. Самое красивое блюдо в мире называется «Красные плоды из сада». Шефу ресторана «Мугариц» Андони Луису Адурису потребовалось несколько лет, чтобы создать эту пузырчатую гору из сочных ягод и свеклы. Самую красивую кровать смастерил Стюарт Хьюджес. Причем она считается самой дорогой, так как стоит больше 6 миллионов долларов. Все это великолепие инкрустировано 107 килограммами 24-каратного золота, которое оплетает изгибы кровати тонкими паутинками замысловатых узоров. Также дизайнер не забыл украсить свое детище и сотнями различных драгоценных камней, в числе которых алмазы, бриллианты и сапфиры. А вот и самый дорогой в мире кошелек – 1000 Nights Diamond Purse. Его оценили в 3,8 миллионов долларов. И он из Дубая, а значит, мечта любой арабской женщины. Самая красивая и редкая порода домашних кошек – Ашера. Ее вывели из африканского сервала, азиатской леопардовой кошки и обычной домашней.
Вес кошки может достигать 14 килограмм, а новый питомец этой породы обойдется любому желающему в 22 тысячи американских долларов. Книга рекордов Гиннесса утверждает, что самые редкие и дорогие джинсы – это знаменитая 501-я модель от компании Levi's. Зашитые 115 лет назад штаны коллекционер из Японии выложил владельцу лота на онлайн-аукционе 60 тысяч долларов. Самый красивый и дорогой автомобиль – Lamborghini Veneno, стоимостью 4,5 миллионов долларов. У итальянского суперкара сравнительно небольшая мощность – 750 лошадиных сил и объем двигателя 6,5 литров. Почти за 3 секунды он развивает скорость 100 км в час. Но на высокую стоимость автомобиля повлияли не его технические характеристики. Просто ежегодно выпускается лишь 3 эксклюзивных Lamborghini Veneno. Остров Бора-Бора является частью французской Полинезии. Занимаемая площадь почти 30 квадратных километров. Он состоит из неактивного вулкана в окружении лагуны, отделенной от моря большим коралловым рифом. Также его окружают маленькие островки с пальмовым покрытием. Его, несомненно, можно отнести в категорию самых красивых островов. Самая дорогая и красивая в мире яхта стоит в 6 раз дороже мега-яхты Романа Абрамовича и принадлежит одному малазийскому бизнесмену. На отделку судна ушло 100 тысяч килограммов чистого золота и платины. Стоимость такого шедевра составляет каких-то там 4 миллиарда 85 миллионов долларов. Мы находимся в магазине «Бетошар», ну а главный наш партнер – это, конечно же, французский дом. Фэшн-центр как для женщин, так и для мужчин. И прямо сейчас мы организовали интересную, а главное – модную встречу со стилистом-имиджмейкером Алексеем Дженом. Алексей Джен по праву носит название «стилист номер один в Казахстане», так как еще в 90-х начинал карьеру на музыкальных каналах России, придумывая образы для Ольги Шелест, Антона Камолова, Туты Ларсен и многих других. На данный момент помогает с выбором одежды многим отечественным известным личностям. Свою первую коллекцию Алексей представил в 2005 году на Казахстанской неделе моды, соучредителем которой он и является. Для многих всегда актуальными остаются вопросы. Как не допустить ошибки в подборе цветов и, конечно же, как выработать свой индивидуальный стиль? Я думаю, что на эти вопросы с легкостью ответит наш модный эксперт. В своем образе, что вы хотите нести, это не переборщить, понимаете, со всеми того, что... Я терпеть не могу, когда люди пытаются носить в бренды на бренды, потому что это, я считаю, что это моветон. Абсолютно с вами согласна. А вот что касается второго вопроса, как не допустить ошибок в подборе цветов? В классическом варианте, да, в любом гардеробе, когда вы что-то либо одеваете, должно присутствовать на вас только 3 цвета. Это как бы незаменимо. Но допустимо какие-то нюансы, элементы в себя вносить. Если вы, одевая, и не раздражаете окружающую среду, значит, вы правильно одет. Алексей, я приготовила для тебя небольшой блиц. Согласен ли ты, что вкус – это своего рода мускул, который нужно тренировать? Ну, конечно, абсолютно, потому что для того, чтобы вы индивидуально выглядели, для этого надо развиваться полноценно. Когда вы духовно развиваетесь, правда? У вас совершенно другое ощущение жизни картинки, и вы по-другому смотрите на жизнь. Дает возможность, когда вы путешествуете, когда вы наблюдаете за людьми и в традиционных элементах костюмов, которых той или иной страны, моде всего лишь 100 лет. И поэтому до нас уже давно изобрели и придумали этот велосипед. Угу. Поэтому ничего как бы нового не происходит. Просто происходят какие-то сочетания или нюансы красок, сочетания материалов. То есть, если, допустим, никогда в свое время не было невозможно, допустим, шифон сочетать с кожей. Сейчас это как бы один из трендов того, что можно носить. Вот, кстати, давай поговорим о трендах осени. Что тебя больше всего зацепило из трендов осени для женщин? Мне что понравилось, что будет мода в степени такая легкая небрежность, понимаете? Что вот это все, вот эта вычурность и вот эта четкость, она ушла. Конечно, как бы в этом году осенью будет зеленый цвет
говорит. А кто? Я в тренде. Да, в тренде. Алексей, давай приступим к обсуждению вот этого образа в такой нежно-голубой гамме. Это бренд Антонио Мара. Достаточно такой известный дизайнер. Он в свое время был креативным директором Икенза. Это его собственная марка. И вот такое драповое пальто сложного цвета. Тренд идет кружева, которые сейчас очень сложно их исполнять на всех тканях. Этот цвет немножко обогатил и сделал немножко как бы интереснее, поярче. Да. Да. Это, конечно, не повседневная одежда. В офис так, я думаю, не стоит одеваться. Это 100%, да, не повседневная одежда. Это такой, такой выход. Это Барбара Вуд. Да. Классическая замшевая модель на шпильке, которую как бы можно, наверное, компоновать и с Алексей. Гольфами, и с гетрами, и можно инспекторы туфли одевать. Все зависит от вашего роста, от вашей фигуры и так далее. Если, допустим, ваш рост позволяет ходить на низком каблуке, почему бы нет? Будет тренд велюровый бархатный колготки на открытой босоножке там, осенью ходить, понимаете? А каких цветов? Зеленые, голубой, черные, пудровые цвет. Алексей, а следующий вопрос такой. Скажи, пожалуйста, какая она идеальная женщина от Алексея Джена? Вы знаете, идеальных женщин не бывает вообще. Ну, по, в плане по стиля хотя бы. Да, вы знаете, это вот когда ты смотришь и ничего не хочешь переделать. Бывает так очень хорошо одет, но когда человек раскрывает рот, все, весь образ, он начинает рушиться, потому что ты думаешь о том, что лучше бы рот не раскрывался. Поэтому нужно думать о своих манерах, о своих мимике, о том, подачи. Чтобы подача, поведение, потому что каждая вещь, она должна правильно подаваться. Дорогие телезрительницы, ну а прямо сейчас самые главные советы от нашего звездного гостя Алексея Джена. Будет интересно. Только один совет я хочу пожелать. Оставайтесь всегда быть индивидуальным. Не надо ничего, не бежать за модой, брендами и так далее. Это все моветон огромный. Не бывает некрасивых и неправильных одетых людей. Есть просто люди, которые не хотят правильно, скажем, донести до окружающих. Поэтому я всегда говорю, найдите свою индивидуальность и независимо от того, сколько это будет стоить на вас. Если вы ходите на улицу, и нельзя посчитать и узнать ваши бренды, значит, вы правильно одеты. Алексей, спасибо тебе огромное за столь интересную беседу. Я получила колоссальное удовольствие. Ну а прямо сейчас я хочу, чтобы наши мужчины, модные мужчины, не переключались ни в коем случае, а посмотрели советы от Алекса Джена, какие тренды осени актуальны и для наших брутальных, и не только брутальных мужчин. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Взаимно. Я знаю, что вы уже довольно продуктивно поговорили с Яной о женских тенденциях в мире моды. Расскажите, пожалуйста, о мужских тенденциях осени 2016 года. Мужские тенденции, они, конечно, не сильно такие, скажем, разнообразные, как в женских, потому что строятся на классике. Вещи из классики более превращаются в спортивные. То есть это не значит, что это спортивные костюмы, просто, скажем так, элементы и крои, они берутся из спортивной тематики. Мужская мода, она стала более не такой консервативной, а демократичной. Трансформируется. Абсолютно немножко, верно, да. Потому что сейчас в мужских коллекциях дизайнеры стали использовать ткани, которые раньше были неприемлемы вообще мужской одежде. Появляются очень много принтов, много всяких различных вышивок. Игрушки, скажем, для мужчин, прежде всего, это аксессуары, дорогие аксессуары того, что, которые должны украшать вот эту, скажем, такую скучную, в принципе, унылую одежду. Алексей, вы прям читаете мои мысли. Я как раз хотел с вами поговорить об аксессуарах. На недавних показах Карвин, Роберто Кавалли, Боттега Венето, они предлагают носить длинные шарфы прямо в пол, что удлиняет визуально силуэт. А, допустим, Яджи Ямамото предлагает обратное – носить шарфы, обматывая их вокруг шеи. Особенно это смотрится хорошо с представленными недавней коллекцией объемными куртками. И так правильно, потому что у каждого дизайнера существует свое ДНК дома. Все зависит от того, что вы, как, скажем так, физически имеете какую фигуру. Это один из аксессуаров главных вообще осени и зимы, который мужскую одежду делает разнообразной, интересной, да. Да, понимаете, не скучно. Мужчины зимой носят очень темные тона, оттенки там, серый, темно-коричневый и, естественно, черный. Особенно у нас. Да. И шарф, если он там будет какого-то там фиолетового или валита цвета, да, того, что он дает как бы совершенно другую картинку. Еще такой интересный момент, Алексей, я хотел у вас спросить. Шляпы триумфально хотят вот вернуться в мир высокой моды. Они уже давно вошли в мир высокой моды и вообще casual, только, к сожалению, у нас в Казахстане они не ходят, потому что по разным причинам имеем определенные как бы физиологические тип лица. И знаете, почему еще в постсоветском пространстве не носят шляпы? Потому что это еще связано как бы, что это как бы с
коммунистической партии, понимаете, вот этот оскомина до сих пор осталась. Хотя шляпа – это очень классный аксессуар, который настолько дополняет образ, образ целом, да, и создает брутальность и ощущение мужчины. Они бывают кожаные, фетровые, они бывают соломенные и так далее. И так далее. Можно, допустим, с кожаной паркой одеть шляпу кожаную, это будет очень классно, там, с какими-то грубыми ботинками, поэтому и при этом одеть романтичный шарф. В магазине «Биташар» большой выбор мужской одежды. Алексей, подскажите, пожалуйста, что лучше выбирать этой осенью, какие марки? Вот это стрэнч-кот драповый «Кенза», да, и трикотажный кашемировый шарф «Кенза», джемпер «Тамбалин», слаксы под замшу и туфли, тоже они как бы такие полуботинки, как бы такие Филипп Плей. До этого с вами говорили, что вот как бы... О шарфах, да. То есть их можно по-разному, их существует около 15-17 вариантов завязывания вообще. И этот зеленый, он немножко как бы освежает, потому что это очень такая классическая, скажем, модель джемпера, он и в Африке... Джемпер. Да, джемпер, да, то есть его можно носить. Это жарковато, конечно, голое, да, на голое тело можно надевать, и это можно надевать под низ рубашку. Поговорим о туфлях, я заметил, что они очень интересные. Классичные, но в то же время за счет как бы вот этих элементы пряжек, спорта, да, вот здесь, спорта, опять же, о чем вы говорили, спорт кэжуал совершенно существует, да, совершенно. Они не в таком классическом варианте, что вот такие остроносы или какие-то так далее. Мужчина, который занимается там бизнесом, он может идти и днем на работу, и в то же время почему, будет почему и вечером элегантно выглядеть, и при этом как бы там одеть под низ джинсы, и он будет уже по-другому смотреться. То есть такие туфли, они подойдут и под костюм классический, наверное, и, да, под, и под джинсы, да, под и под слаксы. И слаксы, и так далее, и тому подобное. Алексей, спасибо вам огромное. Я думаю, ваши советы будут полезны для наших телезрителей. И напоследок я хотел бы задать вам вопрос касательно парфюма. Какой парфюм вы предпочитаете? Я очень странные парфюмы люблю, потому что они не в таком классическом варианте. Я обожаю Comme des Garçons Йоджи Мамото, и, к сожалению, его сняли с производства, но мне его постоянно по всему миру ищут. Это Yves Saint Laurent Life Jazz. Спасибо, Алексей, за приятную беседу, и я неспроста вас спросил о парфюме, потому что прямо сейчас, дорогие телезрители, небольшой сюжет о ароматах, которые предпочитают знаменитости. Вместе с французским домом мы с легкостью выяснили, как пахнут знаменитости. Анджелина Джоли отдает предпочтение таким ароматам, как Black от Bulgari и Carolina Herrera. Скарлетт Йоханссон любит Angel от Thierry Mugler, Chanel номер 5, Eternity Moment от Calvin Klein, The One от Dolce Gabbana. Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что достаточно часто меняет духи. Одни из ее любимых – это Pleasures Exotic от Estée Lauder. По словам певицы Кристины Арбакайте, еще совсем недавно ей нравился аромат с труднопроизносимым названием «Narciso Rodriguez for Her». Но не так давно она поменяла его на «Jo Malone». Певица «Глюкоза» парфюмерные новинки в магазинах обнаруживает случайно, пробегая мимо, либо узнает о них из журналов. Сейчас в аромаколлекции Наташи можно заметить «Мисс Диор Шери», «Коко Мадмуазель Шанель», «Келли Калеш Эрмес» и «Жан Ланван». Казахстанская певица Лидо, мама троих детей, не забывает следить за собой и вкусно пахнуть. Ее любимые ароматы – Ланван Эклад, Джо Малон Блюбеллс. А вот у актрисы Асель Садвакасовой крайне чувствительное обоняние, и не все запахи ей подходят. Поэтому с 14 лет она пользуется только одним парфюмом – Шанель Аллюр. На днях солистку группы «Домино» Шолпан Бисенову заметили в одном из парфюмерных отделов. И, как оказалось, она неравнодушна к нишевым ароматам от «Монталь Roses Mask», «Versace Bright Crystal» и «Bulgari Omnia Cristalline». Всю перечисленную выше продукцию можно найти во французском доме. Поэтому остается дело за малым – подбор вашего и только вашего парфюма. Уверена, что многие женщины и девушки согласятся со мной, что подбор косметических средств подобен выбору мужа. Ведь мы также тщательно анализируем, присматриваемся, подбираем и только потом приобретаем декоративную косметику. Сегодня мы решили сделать акцент на губы и поговорим о помадах. Камила, вы знаете, что первая помада появилась 3500 лет назад? Нет, я не знала. Вот видите, какие интересные факты. Еще хочется добавить, что в 1915 году в США появилась современная помада, и выглядела она практически так же, как
и вот эти вот роскошные тюбики, которые мы используем и по сей день. Камила, какие оттенки актуальны этой осенью? Актуальны яркие оттенки с пигментом красного. Но также не будем забывать о классике и о нюдовых оттенках. Наши любимые оттенки. Пожалуй, вот этот вот роскошный оттенок от Clarins, он актуален будет. В состав которой входят натуральные ингредиенты, обогащенная насыщенная текстура, 6 часов увлажнения и 6 часов стойкости. В состав которой входит масло манго, а также соли роуз. Органический экстракт. То есть она прекрасно увлажняет губы? Да. Она особенно это актуально осенью, правда? Особенно актуально осенью. Давайте попробуем. А вот один из моих любимых брендов Yves Saint Laurent. И, конечно же, они всегда приятно удивляют своими оттенками. Мне очень по душе красный цвет. Подойдет ли он на нашей модели? Красный оттенок идеально подойдет нашей модели, так как модель типажа зима. И красный актуален этой осенью. Отдельное внимание хочется уделить вот этому потрясающему цвету. Помада оттенка баклажан, такой глэм, роу, глэм, шик. Насколько актуален этот цвет этой осенью? И, конечно же, на какие случаи можно применять этот оттенок? Этот оттенок идеально подойдет для любого мероприятия, также для вечеринки, и он идеально подходит для молодых девушек. Сегодня мы много говорили о красивой жизни, и человеку свойственно окружать себя красивыми предметами интерьера, которые создают особое настроение и уклад жизни. Я думаю, что мы с огромным удовольствием подберем что-нибудь интересненькое для интерьера своего дома. Посмотрите, сколько здесь всего. Например, вот мне очень понравилась вот эта супница. Ты знал, что это супница? Ну, я думаю, больше всего тебе понравилось это пирожное. Почему? Потому что первым, что ты увидела сладкое. Ну, это свойственно всем девочкам. Я понимаю. Что там с супницей? Потрясающая супница, очень вместительная. И, кстати, хочется отметить, что, дорогие друзья, это немецкий бренд, называется Asa Collection. А посуда очень качественная, цвета подобраны просто идеально. Вот здесь мы видим сочетание белого и зеленого. Такой немного деревенский, да, прованс стиль. А посмотри, какая вот деревянная ложка от Berard. Вот это, кстати, французская. Ты, я знаю, любишь готовить дома. Между прочим, она тебе очень пригодится. Ну, я любитель больше стейков, не супов. Поэтому это больше тебе подойдет. Борщец такой сваришь хороший там. Ну хорошо, и конечно же хочется отметить, что тарелки все разного размера. От маленькой, от супницы до большой, очень вместительной тарелочки. Я думаю, что приобретая вот такой вот роскошный сервиз, каждая домохозяйка будет просто счастлива. Сейчас очень хотелось бы обратиться к нашим замечательным женщинам и девушкам. Не экономьте время на декоре. Пожалуйста, креативьте. Добавляйте яркие цвета или какие-то выдержанные стилизованные элементы, ведь они смогут, ну, просто сделать вашу жизнь более комфортной, более красивой, что, конечно же, ваши половинки по достоинству оценят ваш вкус и ваше мастерство. Вот, например, Азамат, скажи, прекрасно смотрится этот цветок в чаше? Да, я с тобой абсолютно согласен, но более прекрасно будет смотреться, не знаю, что-нибудь вкусненькое там. Ну, конечно, это до того, когда вся семья соберется перед большим столом, безусловно, это должно как-то декорировано быть, оформлено, и только потом уже мы убираем цветок и наливаем вкусную еду. Хочется обратить внимание на вот этот вот фотобук. Asa Collection – это немецкий бренд, большой ассортимент. Здесь не все, конечно, представлено. Как правильно и красиво это использовать. Все верно, в ты любом абсолютно интерьере. Прав. Вот, пожалуйста, вот такая идея – оформить свой стол. То есть довольно-таки темная цветовая гамма, она разбавлена цветами более ярких оттенков. Сдержанная деловая классика, я бы так сказал. Да, цвет марсала, бордо, он очень подчеркивает посуду. Ну что ж, как мы убедились, такой огромный ассортимент, прекрасная посуда и роскошные цвета. И я, конечно же, уйду не с пустыми руками. Ну что ж, у тебя будет возможность похвастаться передо мной, и я приду не с пустыми руками. Наше время пролетело быстро и незаметно. Одно хочется добавить, что женская одежда – это живопись, а мужская – скульптура. Так будьте же творцами своих жизненных полотен. И наша программа «Красивая жизнь» – это своего рода экскурс в мир прекрасного. И это прекрасное вы можете творить сами. Выражаем благодарность французскому дому-магазину «Бетошар». И бесспорно «Imperial Home». До скорых встреч! Желаем вам новых открытий и улыбок. И пусть ваша жизнь будет исключительно красивой.